Hello. Hi. Как дела? Хорошо, Оксан. Да, потихоньку. Наверное, тебе со мной не очень повезло, потому что я выполняю челлендж. А что за нахрен? Я буду лутаться только с аирдропов. А с трупов можно взять только один предмет на выбор. И у меня всего 3 попытки, чтобы взять топ-1. А-а-а, вот ты кто такой? Ты со мной? Давай попробуем, что такое. У меня будет лут очень ограниченный, потому что я буду лутаться только с аирдропов. Возможно, у меня даже не будет прицела. Короче, звони, если что. Если сейчас сбросит, то будет вообще отлично. Care package on the way. Да, отлично, давай, поехали. Давай. Давай. Аирдроп. Да ладно. Но если ты хочешь принять участие, я думаю, ты не согласишься. На что? Выбросить все то, что ты сейчас залутал. И на выбор тебе грозу или АВМ. Подожди, подожди, я выезжаю сейчас. Если мы возьмем топ-1, то ты попадешь в видос. То есть я выбрасываю все абсолютно? Абсолютно все. Ты целый, все? Броню, шлем, одежду, трусы, все скидывай. На, смотри, я тебе даю вот это. Вот это. Так. И вот это, вот у меня лежит. А все остальное сбрасываю. А, патроны, конечно же. Машина едет, возможно, к нам. Все, минус 2. Так, отдай ему схватик, я пока полежу. Меня спалили с противоположного конца зоны где-то. Убил его. Все, от нас слева осталось. А, граната, прикинь. Иди ко мне. Граната. Ах ты. Play the waiting game. Это было не так уж и сложно. На самом деле это была только разминка перед тем, как мы пойдем выполнять данный челлендж с профессиональным ловцом аирдропов, а также топовым ютубером и просто хорошим парнем, известным всему миру как Садян. Привет! Но прежде чем мы начнем, я хочу вам рассказать, как в спокойной обстановке, не выходя из дома, вы можете заказать себе стильную одежду на всемайки.ру.
Вы можете создать свой уникальный дизайн, поменять цвет, фон, загрузить свою картинку, добавить надпись и так далее. Лично я себе выбрал ветровку уже с готовым принтом, который мне понравилось, и добавил на нее небольшой логотип PUBG. И футболку с надписью I'm from Russia. С таким вот котейкой. Есть футболки, толстовки, ветровки, кружки, чехлы на смартфоны, рюкзаки и даже защитные маски, уже как необходимые вещи в это непростое время, да и просто клевый аксессуар. Я себе сделал маску в одном стиле с футболкой и добавил на нее надпись INK. Мне очень понравилось качество вещей, выбор, размеры, доставка, так что обязательно позалипайте на сайте, может что-то выберете прикольное для себя или кому-то в подарок. А чтобы получить скидку 15% на заказ, проходите по моей ссылке в описании и используйте мой промокод INK41. Всемайки.ру. Возвращаемся к видосу. Давай быстрая игра тогда. Давай. Будет сюрприз. Быстрая игра, все, рандом. Ну, а ты рисковый парень. Ну ладно, погнали. Смотри, три попытки, да, объяснять тебе правила не буду. Думаю, ты уже жаришь, да, что, как там, как, какие правила. Ладно, давай еще раз объясним. Так, у нас есть... Мы сейчас кое-как интересно сделаем. В CSGO пойдем? Нет. Дроп ловить. Не настолько интересно. Поскольку ты опытный пабгер, да, ты командуешь, я просто выполняю приказы. Что, куда прыгаем, как делаем, как берем машину, как бы... Я просто в этом профессионал, как бы, да? Проверю тебя. Ты как пабгер-то опытный, а вот как аирдроп ловитель, я не знаю. Проверяю. Мы сейчас выпрыгиваем и летим ровно вперед в центр карты. Я понял. Спамим F, чтобы раскрыть парашют как можно раньше. И на контуре планируем. Угу. И почему-то я вот не додумался так попробовать. Да, слушай, очень хорошая идея. Я вижу самолет. Вот назад он сбросил. Я лечу. Ты до него не лети, ты жди второй аирдроп. Возможно, скинет второй аирдроп. Нет, не кинул, не кинул. Пустота. Я просто бегу в ту сторону. Если кого-то вижу, просто плачу и кричу, ребят, не бейте. У меня... Я пабгер, еще ютубер, как бы больной человек, пожалуйста, не бейте. А что там по дропу? То, что нужен, дробовик. Кстати, очень хороший, я пробовал, тестил его. X8. Это пап где-то, да. Во, летит. Мы как, едем? Я могу один поехать. Ну, лучше вдвоем, мне кажется. Ой, прям на буткэмп. Ай, сука, это пипец, это трэш. Ну, готовься, как бы, чистить ебальники. Я готов. Где он? Где вот, видишь? Камень слева, давай. Здесь? Ну, сюда? Здесь, да-да-да. Укрытие любое. Нет, любое страшно, укрытие. Страшно. Да остановись ты уже. Где он? А где он? Я не вижу его. Над буткэмпом. Вот здесь у меня. Давай, ты лутаешь, я крою. Не бейте. Пулемет. Супер. Сюда. Давай сюда. Так. Нам нужно... Тихо. Он нас кроет с двух сторон. Блин. Так, меня коряком. Там с моей стороны. С трех, мать его, сторон нас гасили, ты понимаешь? Так, ты прыгаешь, смотри, в то же самое место. Как ты скажешь, так и делаем. Давай ты прыгаешь куда-нибудь вот сюда, а я прыгаю вот сюда. Оп. А ты куда? Вон оранжевый, смотри, в другом месте совершенно. Где? Ты открой ты карту. Ёб твою. Не, только не за машиной. Не, ну пожалуйста. Я не знаю, они прямо возле меня летят. У меня есть транспорт. Они на баги сели. Вот мудаки, а. Так, зона... Отличная зона, слушай, замечательная зона, крутая. Там будет мало людей и... Да, давай, дуй. А ты решил через школу, да, не мелочиться? Ну ладно. Я свечку для тебя поставлю, если что. Летит. А, сюда. Ага, вижу, вижу. А где ты его видишь? Я не вижу. Он справа от тебя, он где-то вот здесь летит, смотри, оранжевая метка. Скинул, сейчас пометку сделаю. А, вижу, все, еду. Он вообще недалеко от меня. Где-то вот здесь, может быть, оранжевая. Не знаю, правильно я поставил мутку, нет? Слушай, гроза, неплохо. Да. Неплохо, осталось кого-то убить, коллиматора забрать. Так, а такой вопрос, я могу брать бензин? Вон, я вижу. Летит далеко. Ты по-любому должен его достать, что там будет броня. Быстрее. Сбросил. Над ясный, блин. Ой, нет, еще хуже. Какая ясная. Он в полях вообще кинул.
Ты лутаешься, я пытаюсь давить и стрелять, все. Не успокоил, конечно, но ладно, что поделать. Тут уже люди. Уже люди? Да. Попробую увести аирдроп. Давай, давай. Нет, не получилось. Давай валим отсюда, слышишь? Они стреляют между собой. Валим, 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 валим. Давай, 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 не стреляй. Чувак, я застрял, блядь. Я застрял. Да ладно, давай, иди ко мне, за сено. Давай. Валим. Хорош. Масалатчики, бля. Пока. Пока. Все, пора тебя останавливаться. Вот здесь камень, и здесь возвышенность. У нас масхалат, слушай, идеально. Да выходи, ты куда уехал, ёб твою мать. Помоги. Все. Машина едет. Так, машина едет, баги, за тобой. Выкини машину туда далеко. Не здесь, не паркуй ее здесь, это опасно. Ты не думаешь, что это привлекает внимание? Чисто такой приехал, сейчас беспален. Вот. Ты стелс-тактик, а? И что мне сейчас делать потом? Ну ладно. Мышь не видно, мышь в масхалатах, да? У нас очень хорошая зона, я предлагаю вообще тупо не высовываться и даже ничего не стреляться. Это самая интересная часть сейчас начинается. Да, сидеть в кустах. Обожаю пап. Чё, куда бежим? Пошли за аирдропом. Не, чё, реально за дропом? Ты серьезно сейчас? Да, два аирдропа, ты что шутишь, конечно же, причем мы пойдем за дальним. Ты точно не хочешь топ-1 занимать? Нет, мы сейчас займем как раз топ-1, отвечаю. Еще я несчастный людей. Он разворачивается? Блять, он остановился. Вот это плохо. Он о тебе не знает, он знает только обо мне. Так, бежит к тебе, за камнем. Ага, вижу, вижу, вижу. Готов стрелять? Ты подожди, не сейчас, далековато. Давай я подползу. Стой, погоди, я подползаю. Не-не-не-не, он выпаливает меня, он не знает, где я. Сейчас его друг может сзади подойти. О, да, возле меня друг. Вырубил за деревом, друг. Боженьки. Ноль патрон. Возьми патрон, Старк, себе. Куда ты пошел? Вот здесь у меня есть хорошее место. Понял, я здесь тоже лежу. Все, офигенно, лежим тут до конца. Чувак, возьми. Вырубил. Колпа нужна. Я по нему два раза попал. За деревом. Слева идет. Подходит к тебе, близко, близко к тебе. Добивай. Все. У тебя два трупа, забирай бусты и тихай. У меня проблема. Понял. У тебя есть хилки? Нету. Кстати, ты, по сути, возьми у меня вот труп в трупе, попробуй взять аптеку. Либо все, либо ничего, так сказать. Зона идеальная под тебя. У меня вот этот чувак сзади. Вот, чуть-чуть надо. Вот так вот и отходи. С другой стороны. Другие люди вообще. Итак. У меня проблема, кажется. Чё? Чё такое? Нормально всё? Йоу, здорово, чувак. Слышишь меня? Не задави своего. А чё, он в машине? Или ты не в машине? Да, я в машине с рогами. Парни, слышно меня, нет? Алло. Скажи что-нибудь. А кто за рулем машины? Не я, только дело. Ребята, привет. Остановите, пожалуйста. Они едут в Сосновку, блин. Ну ты видишь, куда они едут. Алло, хлоу, включите микрофоны уже. Модники. Герман, это же Шевроле. Данил, ты что, крейзи? Я сдох. Ну вот можешь сейчас от меня посмотреть, что это происходит. Ты можешь, а с кулаков нельзя убить? Не видишь, что хотят сделать сейчас? Он специально сейчас будет кататься, тот сейчас возьмет оружие, и я не умею убить. Ты можешь выпрыгнуть прямо сейчас. Surprise, motherfucker! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Why you bullying me? Я бидром увигни! Призрывай! Просто!
Я думаю, это не считается попыткой, что все пошло по ней, да? Да. Все пошло не очень. Давай еще раз. Че, мы делимся на... опять по той же тактике? Да, ты пока езжай куда-нибудь сюда. О, смотри, зону. Я предлагаю на эту сторону я поеду, а ты на... Ну, короче, в принципе, как в тот раз. У нас еще, по крайней мере, минута есть. Можем не спешить. Вот через минуту я скажу, бля, давай быстрее. Надеюсь, что здесь никого нет. Ну, блядь, не будешь здесь дурака, который будет просто лазить в начале катки здесь, правильно? Ну, как минимум, один там уже есть, поэтому хрен его знает. Ну, один уже есть, да, но таких, как я, это, ну, редкость. Ну, если бы я видел такого, как я в обычной катке, то нет, больно, я трогать не буду. Жалко. Сейчас я вот думаю, что если оно где-то возле рожка упадет, а это возможно, то все две УП. Он с рожка летит, ну, конечно. Так, не кидай, дорогой, не кидай. Кидать это плохо. Я вижу только один, посмотри на всякий случай, вдруг он два скинул. Да, сейчас я за ним еще еду. Да, он в воде, блин. Да, вижу. Ну, в общем-то, что мне еще остается делать? Лодка. Машина едет. А у тебя нет лодки, да? Ты ее так плывешь? Да, да, я плыву. Дробовик, обычно. Серьезно? Да. Сбросил. К нему там не едут? Пока сам подъезжаю, не знаю. Я попробую вести его. Я взял для тебя оружие. Давай один вазик. Ну вот в один вазик садимся. Как раз оружие можешь придать. Машина. Не стреляться, главное. Тоже ютубер какой-то, чел он же снимает. Сейчас аэродроп будет, да, он упадет, смотри. Где? Вот, аэродроп, аэродроп. Вот здесь машина. Давай. Ой, блядь, опасно, ой, блядь, опасно. Ну, блядь, мы не рискованные, мы долбоебы. Нет, нет, это не рискованность, это все, глупость. Все, все. Едем? Да, тормози, тормози. Едем. Валим. Гроза. Жесть. О, дай мне грозу. Гроза с глушителем. Дай мне грозу, я тебя удам. Патрон не забудь. Ладно, сейчас зона пойдет. Патрон, патрон. Чего я взял? Мне патрон. А, патрон. А, блядь, да то же. Пошли в будку. Какую будку? Ну, прям в середину? Да. Какой же ты, блядь, рисковый парень, это пиздос. Ну, мы в зоне. Сука, да, мы в зоне. Будем ждать или в дом перебежим? Перебежим. В дом вообще херово где, да? В дом? Да, ты пешком. Я боюсь, дед! Потому что нас так могут двоих расстрелять, а так бы я бы отлёг. Я оптимист, наверное. Нет, я оптимист. Ты чё? Вот здесь они проходят. Так задумано. Мне кажется, второй этаж будет, наверное. Чисто. Энергетик чуть не взял, блин. Второй этаж, давай не будем смотреть. Не-не, давай первый с дробовиком. Все чисто, чувак, в центре зоны. Аирдроп, болтаем? Нет, все, какой аирдроп, хватит с тебя. Машина едет, наверное, сюда, к нам, скорее всего. Нам, скорее всего, на ту сторону нужно будет. А там чистое поле и, блять, это очень... Не гранат, ничего. Убил одну. Зона. Зона нет. Зона, блять. Двое в живых, братан. Двое в живых. Это те, это те. Можем сейчас перебежать в зону. Нет, они, нет, они, уже занимают, они занимают позицию. Опа. Братан! Лучшие, блядь, лучшие, нахуй, блядь, изи, я их... это гениальная тактика, братан, вообще, это так топово вообще, блядь. Красиво в коробочку. Просто, они охуевшие, я выбегаю, они все тупо на тебя, я вижу одного спину, начинаю стрелять, из-за того, что, конечно, разброс жесткий, что-то не рассчитал, немножко сдал позиции, но, блядь, ты их просто унизил, нахуй. Просто лучшие, просто красавчик. Ладно, пацаны, писюны мои, в общем, со мной сегодня был Инк, спасибо вам большое за аирдропы, в принципе, получилось круто. Тебе спасибо, да, за то, что пригласил, за участие, было офигительно интересно, надеюсь, люди оценят наши старания. Конечно, оценят. Все, ссылка на Инка будет в описании, ссылка на меня, но вы же сами умные, все знаете. Не будет ее. We'll be right back.